Южный рынок Нечанга. Минут 15 от центра на такси. И здесь можно купить все приколясы. Обычно беру байк, приезжаю сюда в поисках фруктов, овощей, мяса и прочих продуктов, которые можно готовить дома. На Ксумой обычно цены немного выше, чем на этом рынке, процентов на 10-15. Связка бананов здесь будет стоить 1020. На Ксумой она 22-25, потому что там больше европейцев, там уже они привыкшие и поднявшие цены, потому что европейская часть города Ничан. По поводу цен. Помидор у нас 25, лайм. Катю обовню? Окей, 20, друзья. Лайм, лук по 35 килограмм, лайм по 50, 3 лайма где-то на десяточку. Окей. Чунг, бавня? Окей, 25 яйца, друзья. Цены на про... Окей, камын. Вот так они пристают, очень забавные вьетнамцы. Брокколи, обычно вот такая головка брокколи на 30 тысяч. Окроп здесь есть огурцы по 15 штукарей, капуста, если будете готовить. Борщ, она вам обойдется 1015. Морковка одна выйдет на 7-10 тысяч. Это что касаемо таких локальных продуктов, которые... из которых готовят дома. Если вы туристы, забираете фрукты с собой. Сейчас покажу вам несколько лавок, где можно это сделать. В принципе, это сделать можно и в Нечанге. Ничего сложного. Просто здесь мне больше всего нравится рынок. Сенчаучи. Вот по цветочкам, посмотрите, какие у них букеты. Очень интересные, не такие, как у нас. Крайне редко встретишь розы. Розы будут из Далата. Стоимость роз, если кто планирует здесь угоститься букетом, подарить возлюбленному либо возлюбленной, розы в районе 10-20 тысяч за одну, то есть 70 центов доллар, хороший бутон такой. Это что касаемо цветов. Вот такие цветы преимущественно вы будете встречать повсеместно. Лучше все-таки заказывать доставку. Много кто в Нечанге занимается цветами. Теперь по фруктам. Вот мандаринки, 17 штукарей, пожалуйста. Выбирайте, чтобы были с желтизной на бочку, потому что они будут созревшие. Бамюксан. Бомой. 40, друзья, лонган. Арбуз по 25 килограмм, помело где-то на 50-55 одна вытащит. Вот это манго, я в предыдущих видео рассказывал, оно добавляется в салат, либо можно точно так же есть, но будет жестковатым и не всегда сладким. Такое манго по 30 тысяч за килограмм. Сейчас сезон фруктов, потому что март, начинается все. После сезона дождей собираем урожай. Вот креветуси. Бауню том. Мочам хай. Окей. Друзья, 120. Вот эти мелочь пузатые от 80 до 100. Королевские по 160. На Ксумой мы видели по 240 такие же. Вы помните. То есть как минимум уже здесь выиграешь. Но не жадничайте, на такси потратите больше. Вот оптимальная лавка, где в принципе все всегда все покупают. Мандаринки. Бауню. 40. Окей, бауню. Бонмой. Окей, 25 глаз дракона. Через месяц его будет еще больше. Есть дыни, остались после вьетнамского Нового года. Хаймой лям. Яхом. Окей, по 40. Еще не сезон. За 30 можно, вот и поторговались. Камын. Яблоки по 20. Passion fruit, маракуя. 15-20. Обязательно она должна быть вот такая фиолетовенькая, значит сладкая. И можно употреблять без сахара. Очень полезно для глаз. Вот такие лавки, здесь же вам все запакуют в корзины без проблем.
Слепой обзор закончил. Мониторить цены на фрукты. В среднем корзинку, которую забирают туристы в Российскую Федерацию, обходится в районе 150-200 тысяч. То есть 10 долларов вам нужно приготовить будет на фрукты, чтобы забрать в Россию. Такая корзина стоит от 40 до 60 тысяч. Выбирайте с собой в салон, можете забирать. Продают их повсеместно. В Российскую Федерацию из овощей, в принципе, никогда ничего не берут, но можно побаловать, такие, как пальцы Будды, например, взять, показать. Ну, что-то интересное и необычное. Остальное у нас все есть. Приезжайте, друзья, в Ничанг. Здесь, кстати, фрукты доступнее, чем на Фукуоке, потому что материк все-таки. Вот такой рынок, 11 часов, он уже к закрытию идет. Как обычно, прайм-тайм с 7 до 9 чаще всего и больше всего именно в это время людей и чаще всего покупают. Бауни? Алям? Окей. Двадцаточка, друзья. Это то манго, которое я обожаю. Вай, как пахнет. Окей. Хайкай. Хайкай. Все, слепой обзор. Затарился манго. Это скрещенное персиком. Очень классная. Подписывайтесь на канал, узнавайте свежие и полезные новости о Ничанге, Фукуоке и в целом о Вьетнаме на вьетнамских историях. Увидимся, друзья!